Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Кашехин Александр Александрович. Я заведующий кафедрой энергетики и радиоэлектроники. Мы с вами находимся в Центре инновационных технологий получения деталей сложной конфигурации. Он у нас оснащен современными робототехническими комплексами фирмы КУКА. Один представлен в промышленном варианте, а другой в виде учебной ячейки. На этом оборудовании наши ученые совместно с представителями промышленных предприятий нашего региона изучают различные методы получения деталей сложной формы, а также восстановления поверхностей изношенных с помощью методов лазерной либо плазменной наплавки. А для того, чтобы уметь работать на этом сложном оборудовании, наши учащиеся изучают основу программирования, а также алгоритмические особенности управления робототехническими системами на этой учебной ячейке, так как она более безопасна. Но результаты работы можно перенести и на промышленный образец, так как у них система управления совершенно иначе. Это тоже мои ребята, да, робототехники. Что изучают? Они сейчас у нас готовятся к практике. Практике, да. Вот. Основу как раз программирования изучают. Ну и тут сразу мы их отрабатываем. Mm-hmm. Молодцы. Смотрите, да? Не отрывается.